Гродненцы пришли на премьеру самого нашумевшего в мире фильма этого года, а попали на очередную акцию телепроекта «Знай наших». В одном из кинотеатров города перед показом на экране появилась необычная надпись, которая сменилась черно-белым видео. Клип повествует о непростых взаимоотношениях парня и девушки. Молодой человек употребляет наркотики, его любимая с этим мириться не хочет. Она прогоняет его, а потом поднимается на крышу. Парень решает, что реальность для него важнее, чем иллюзорный мир, созданный наркотическим опьянением. Возвращается к девушке и спасает ее от непоправимого шага. Сюжет, надо сказать, довольно примитивен и предсказуем, но идея и во многом техническая составляющая на высоком уровне. Спайс дело в том, что это была как задумка клипа, главная задумка клипа. Если вы потом его посмотрите, то даже идут образы рук по главному герою, черные люди в балахонах черных рядом. Это можно, конечно, чему угодно посвятить, но данная наша идея была, это именно то, что мы показываем, что это вокруг нас и ходит всегда рядом, и неизвестно, когда это каждого настигнет, потому что это может настигнуть каждого. Снимали примерно неделю где-то мы снимали. Было довольно-таки интересно, у нас команда такая, ух, мы можем и за 3 дня снять клип, но так как клип на серьезную тему, все-таки про Спайс, мы очень отнеслись к этому ответственно. Это первый клип, созданный телепроектом «Знай наших». Песню ребятам написал небезызвестный в нашем городе музыкант Юрий Дубовик. После показа клипа артисты поднялись на сцену и вместе с маленькими ангелами исполнили кусочек «Зимнего солнца». И своими костюмами и плакатами ребята пытались привлечь внимание гродненцев к проблеме Спайса. Артисты телепроекта считают, что одним из ее решений является увлечение музыкой. Юлия Броско, Максим Базыленко, новости Гродно+.